Ну вот, класс. Вот это название Ночь Смерти, сразу в воду меня. И снова привет, и мы продолжаем играть в Sonic & Knuckles под хаком проект Ангел. Я же Тейл, почему бы мне туда не залезть? Я обязательно полазю здесь. Ну, наверное, там ничего нет, я надеюсь. Иначе я просто умру от любопытства. Так, понятно, Наклз. А это что? Так, а что, это не для меня, типа, путь? А мне, типа, вот сюда надо? Или что? Мне прыгать здесь, пока меня не задавит, или что делать? Сейчас. О, понятно. Прям убрались. Вот это уже сразу начинается разница путей. Пугающий фон. Мы побежали уже, все. Я не хочу напороться на шипы, ну нафиг. Хочу побыстрее этот уровень пройти, все, мне уже надоело. Не, не то чтобы. Просто... Опять таймер закончится. У меня не хватает терпения это проходить. Ой, да ладно! Осторожней! Надо мне на колючки сразу сажать. Побежали быстрее. Побежали быстрее. Побежали еще быстрее. Куда бежать-то? Тут внизу. Туда упасть можно, а меня считать нет. А давайте залезем вот в это. Нет, опять казиношка. Но казино мне дает продолжение, оно мне пригодится. Все, убирайте меня за то казино, мне не нравится. Блин, кстати, нет. Надо было еще 5 колец выиграть. Или хотя бы 4. Теперь страшно, да? Ну, страшно. Да. Это потому, что не хочется, имея почти жизнь, терять кольца и оставаться ни с чем. А вот утонуть я могу. Дайте воздух. Лес. Воздуха дайте. Да. Не, тормозим. Не рекомендуется проходить мимо воздуха. Куда лететь-то? А, я вроде где надо. Ой, да ну тебя, я быстрее своими лапами бегу, чем прыгать буду на этой штуке. Начал тонуть. Ой, ускорялка. Зачем нужна? Щит, да, щит нравится мне. Так, вниз нельзя прыгать. Здесь открывается проход, кольцо, большое кольцо. Мы договорились не собирать такие кольца. Но я на самом деле могу зайти в такое кольцо, чтобы перфектом собрать и все. Ой, здесь перфект хрен соберешь. И мы начали с ошибки. Нет. Да. Нет. Да нет, да нет. Вот у меня даже не получилось запрыгнуть туда. На самом деле надо было пройти чуть-чуть в сторону. Перепрыгнуть через один шар. А не через два. Ну, ладно.
как бы насрать. Это можно сыграть. У меня только одно. Одна реакция. Я не хочу воду. Но, кстати, нет. Если здесь еще будет подводная часть, то вода здесь полезнее намного, чем огонь, который исчезнет в воде. Ты не меткий. Вот, неплохо. Неплохо, потому что уже скоро жизнь можно будет собрать. Ну, за мной гонится полоска, которая выпустит меня из уровня наружу. Вот, это я понимаю, жизнь. Но лучше бы там один был. Один ап. Ну, что это? Чем кольца. Потому что 300, например, колец я соберу. И мне уже ничего не дадут за них. Можно терять кольца спокойно. Вообще не страшно. Ой-ой-ой, терять кольца это не значит давайте на шипы меня сразу. Опять кольцо. Ну, допустим. Меня интересуют только кольца на уровнях. А мне жизнь очень даже кстати. Не надо падать. Класс. Ой, давайте-ка упадем. Падать так падать. Нет, падать абсолютно бесполезно. Вот продолжение. Бочка. Так, а если я раскачаюсь на этой бочке? Интересно, это мне что-то даст? Я глубоко в этом сомневаюсь. Все, что мне это может дать, это вот потолок мне сейчас кидает. Нет, это мне дало пролезание в баг. Честно, честно, клянусь, у меня не было такой цели залезть в баг, потому что... Это может мне навредить. А где я вообще? Опять кольцо. Как мне выйти отсюда? Вот где я, это вопрос. Через баг меня просунули просто. Я вот даже не знаю, собирать это электричество или нет. Ну, давайте рискнем, называется. Поэтому оно уже собрано, да. Так, это конец уровня. Это соберем. А, нет, это неплохо. А мне щит не обязательно менять, воды не будет. А вот жизнь собрать, например. Кольца бесполезно собирать, когда у меня их и так 320. Жизнь уже не дают. Но все равно хочется еще собрать, да. Где жизнь? Где жизнь? Где жизнь? Ну, везло, уже два раза жизнь выпадала, или три. А теперь вот не выпало. И правильно. Тейлс читер, 18 жизней. За Наклз у меня никогда в жизни столько не было. А вот посмотрим этого босса. Босс очень-очень сложный. Адский босс.
просто его не просто надо ударить еще, а еще и держаться где-то повыше. Да, Тейлза нет с этим никаких проблем, разумеется. А, жаль, что он не может просто взять и прыгнуть туда. Нет, хоть одно кольцо давайте мне. Он так высоко летает, что его просто не достает вот этот конус. Ну вот, я без колец. Единственный способ убить этого босса, это застрять у него наверху на голове. Шипами приколола. Это прекрасное место для того, чтобы потерять кучу жизни. Вот просто прекрасно. Правда. Вещи. И вот, причем как-то из-за того, что он на такой высоте находится, не все так просто. Блин, из этого движущегося фона я просто не могу сосредоточиться на боссе. Все двигается в разном направлении. У меня сейчас голова закружится. Не кали меня. Вообще не получается. А вот он сейчас пол пробьет, и там будет внезапно пропасть. Почему бы нам не поспать? Вот так надо зависать, но это довольно-таки... У меня не получается. Блин, кольцо упало. Не надо летать, на самом деле, зря, да. Кря. Кря. Ну, здесь я надолго, наверное. Просто для профессионалов. Для нубов, как я, это сложно. Блин, кольца! Кольца! Кольца улетели. Без колец тяжело. Держись, не вздумай падать. Не упал, но сдох из-за какой-то другой хрени, я не знаю из-за чего. Ой, да моя голова. Она кружится. Удержаться там непросто. Вот и все. Как-то хочется прям разогнаться. Потом об этом, конечно же, скорее всего, пожалеть. Вау. Ау, щит жалко. Он здесь очень полезен. А воды, надеюсь, мало будет? Нет, не помню. Да и что за вырвиглазная палитра? Что с палитрой? Так, глотнем-ка воздуха. Так, разогнаться это хорошо, но нужно из мира узнать.
Колючка отлетела. От любого щита отлетают колючки. Жизнь, на жизнь висит на улице, где-то стоит, даже не спрятана. У меня ходили легенды, что если подпрыгну здесь, там что-то есть, в общем, проход. Но это не точно, скорее всего, нет. Отпустите меня, я хочу быстрее пройти это. Просто, чтобы не затягивать эту долгую историю. В каждом Сонике есть какое-то казино. А может быть и не в каждом, но вот в классиках оно есть. Казино или вот карнавал какой-то. Бочка. Многие так хейтят эту бочку. Легко на ней раскачиваться, когда знаешь как. Так, у меня близится уже к сотнику лет жизни, дополнительной жизни. Так что нужно проявить осторожность. Там есть проход, да? Я вот совсем не хочу собирать шарики. Даже на дополнительную жизнь пользу. Так, жизнь дали мне. Просто если я соберу то кольцо, меня кто-то вниз и скинет, и я... А. Да, нет. Нет, да, надо было собрать. Ой, страшно. Я знаю, тут есть жизнь. Да, мне прямо... разбаловали с этими жизнями. Что я скоро их на пустом месте на уровне буду терять. Собираем? Собираем. О, это они, вот они мои любимые сферы. Ой, Нэклс, ты меня напугал. Почему здесь стена? Он выключил свет. Да чем ты меня напугать пытаешься? Он выключил электричество. Ничего страшного не вижу. Тут утонуть я не хочу. Вот я совсем не очень-то и люблю такие вот подводные части уровней. Да, интересно реализовали. Ну, да, воздух находится в воздушных шариках. Все нормально. Вопрос, почему они не всплывают наверх? Так, понятно, я так не пройду, утону сейчас. Утону сейчас. Ну, давайте. Окей. Не толкаться. Покерфейс. Как был покерфейс, так покерфейсом воздух подохнул. О нет, дайте мне еще воздух заглотнуть. Стой, 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 что там было? Нет, уж...
Ну давай. Поиграем здесь. Казино, да? Ну вот. Каждый раз в казино мне дают продолжение. Континуум. Если я просру все свои 19 жизней, то мне дадут еще 3. И даже разрешат мне начать сразу с звездного столба. Но если у меня даже континуумы закончатся, то я очень и очень легко могу продолжить уровень сначала. С 3 жизнями. По сохранёнке. А тут может раздавить потолок, поэтому лучше перестать откачиваться. Ненавистная бочка. Всеми ненавистная. Мне все равно на эту бочку. Она меня не беспокоит. Ух ты, я впервые собираю вот эту неуязвимость такую. Походу. Огонь. А у меня что было? Занятно. Но зачем? Ну, верните меня наверх, а. Я же не долечу. Ну, конечно, не долечу. Баг, по видимости. Жизнь. Жизнь. Опять жизнь посреди улицы. Я скоро буду ругать прохождение именно Тейлзом за казуальность. Однако он будет что-то как сложно. Но здесь прям нормально. Да вообще, хак хорошо сделан, он не читерно сложный. Боссы усложнены, это так. Но... Боссы усложнены, но уровни они легко проходят. Пустая, да? Ну так, поехали. Что это такое, пятнакл? И снова Накл. Что он сделал? Он типа поднял меня наверх, получается. Так, а не говорите, что там пропасть, пожалуйста. Нет, пропасти нету. Что это было? Зачем? Затягивает. Нет, пропасти здесь никакой, конечно, нету. Мне не хватит времени, чтобы его убить. Лети сюда, чувак. Убить его. Или себя. Просто у меня там совсем-совсем нет времени, чтобы думать как-то над ним. Давайте, давайте, быстрее. Я все время забываю про таймер. Чувак, быстрее. Я не вижу там тебя. Блин, не помочь ничем, не могу себе. Ой, это сейчас было красиво, да. Но у меня нет времени, чтобы с ним водиться. Вообще нету. То есть совсем, совсем нет. А если разогнаться? О-о-о-о. Ну, блин. Ах, да, я же могу прыгнуть. Нет, он меня убьет сейчас. Колечко дайте. Ой, где? Угу.
Блин, я Тейлза не вижу. Напрягает. Напрягает то, что у меня опять нет колец. Нет. А, ну так тоже неплохо. Давай, остановись вот на меня, пожалуйста. А, ну все хорошо. Все хорошо, мы не потеряли жизнь за то, что у нас кончится времени, зато мы просто потеряли жизнь, потому что захотелось ударить его очень-очень быстро, убить его спешно. Ну, какая разница? С таким количеством жизней я уже... Ничего не боюсь.